Это адаптированный ритуал древнеегипетской магии из арсенала магических приемов и обрядов самой Клеопатры. Он придаст вам уверенность в себе и сделает вас красивой и сексуальной в глазах мужчин. Здравствуйте. Меня зовут Георгий. Я практикующий маг. Я провожу ритуалы и записываю их на видео. Эти видеосеансы заряжены магической энергией, и их просмотр равнозначен исполнению ритуала по вашему запросу. Чтобы добиться результата, вам нужно только посмотреть видеоритуал на подходящую тему, самостоятельно делать ничего не придется. На этом канале вы найдете магию, которая поможет в разных жизненных ситуациях. На втором YouTube-канале я выкладываю видеоритуалы, которые защищают от негативных магических воздействий, очищают от порч, посторонних воздействий, приворотами, рассорками и тому подобной магии. Если вы хотите узнать о новых ритуалах раньше, а также получать секретные дополнения к обрядам, которые увеличивают их силу, подписывайтесь на мой канал на Boosty. При просмотре видеоритуалов нужно соблюдать несколько правил. Прочитайте о них в моем телеграме. Также советую на него подписаться. Там я обучаю простой магии, которая помогает в повседневной жизни, даю прогнозы на Таро и делюсь другими полезными фишками. Практически все древние властители пользовались магией в своих интересах, и Клеопатра не была исключением. Чаще всего она использовала обряды любовной магии, чтобы очаровывать мужчин, влиять на них, подчинять своей воле и так достигать своих целей. И адаптировал один из обрядов колдовской книги Клеопатры для этого видеоритуала. Он усилит вашу сексуальную энергию, наделит вас чарами, которые сделают вас неотразимой в мужских глазах. Каждый мужчина будет видеть в вас свой образ идеальной женщины. Посмотрите видеоритуал 3 раза по 1 разу в день, без перемоток от начала и до конца. И в течение нескольких дней вы заметите, что стали чувствовать себя уверенней, а мужчины обращают на вас внимание. Если понадобится усилить магию ритуала, напишите мне в личку. Мои контакты под этим видео. Пишите комментарии, делитесь впечатлениями и результатами. А сейчас приготовьтесь. Начинается самая важная часть видеоритуала. Госпожа звезд Исида, благослови сей алтарь, как трон свой, под солнцем и луной, под неусыпным взором, владыки водяного колеса времени, который очарован тобой, и узел всех времен в твоих руках. У алтаря ныне та, кто ищет твоей благосклонностью. Через нее говорит голос Клеопатры, который ты благоволила. Соблаговоли, ответь на призыв вновь. Надели силой женской, которая покорит и приучит льва, чтобы само солнце покорялось этой власти, и как солнце сияет, сияла и она, излучая прелестные чары, неотразимые для мужских очей, и лев, и телец, и орел, и ангел у этого алтаря, и они не отведут взгляда. Даруй красоту, которая сладким ядом затуманит силу всякого разума и любую волю, и станет ключом к сердцу любому, искрой разжигающей страсть и любовь. Пусть это сердце признает ее госпожой и служит ее слово, пьет глазами ее совершенство, служит лишь ей одной, считая это блаженством. Госпожа звезд Исида, благослови, одари и именем тайным освети под солнцем и луной, под неусыпным взором владыки водяного колеса времени, который очарован тобой, и узел всех времен в твоих руках. Thank you.
госпожа звезд Исида, благослови сей алтарь, как трон свой, под солнцем и луной, под неусыпным взором владыки водяного колеса времени, который очарован тобой, и узел всех времен в твоих руках. У алтаря ныне та, кто ищет твоей благосклонности. Через нее говорит голос Клеопатры, который ты благоволила. Соблаговоли, ответь на призыв вновь. Надели силой женской, которая покорит и приучит льва, чтобы само солнце покорялось этой власти, и как солнце сияет, сияла и она, излучая прелестные чары, неотразимые для мужских очей. И лев, и телец, и орел, и ангел у этого алтаря. И они не отведут взгляда. Даруй красоту, которая сладким ядом затуманит силу всякого разума и любую волю, и станет ключом к сердцу любому, искрой, разжигающей страсть и любовь. Пусть это сердце признает ее госпожой и служит ее слово, пьет глазами ее совершенство, служит лишь ей одной, считая это блаженством. Госпожа звезд Исида, благослови, одари и именем тайным освети под солнцем и луной, под неусыпным взором владыки водяного колеса времени, который очарован тобой, и узел всех времен в твоих руках. Госпожа звезд Исида, благослови сей алтарь, как трон свой, под солнцем и луной, под неусыпным взором владыки водяного колеса времени, который очарован тобой, и узел всех времен в твоих руках. У алтаря ныне та, кто ищет твоей благосклонности. Через нее говорит голос Клеопатры, который ты благоволила. Соблаговоли, ответь на призыв вновь. Надели силой женской, которая покорит и приучит льва, чтобы само солнце покорялось этой власти, и как солнце сияет, сияла и она, излучая прелестные чары, неотразимые для мужских очей, и лев, и телец, и орел, и ангел у этого алтаря. И они не отведут взгляда. Даруй красоту, которая сладким ядом затуманит силу всякого разума и любую волю, и станет ключом к сердцу любому, искрой, разжигающей страсть и любовь. Пусть это сердце признает ее госпожой и служит ее слово, пьет глазами ее совершенство, служит лишь ей одной, считая это блаженством. Госпожа звезд Исида, благослови, одари и именем тайным освети под солнцем и луной, под неусыпным взором владыки водяного колеса времени, который очарован тобой, и узел всех времен в твоих руках.